Привет, Лёшка Емельичев на проводе. Сегодня встречался с одним товарищем, монстром логистики. Мы на самом деле обсуждали одну проблему, вот просто хочу поделиться с вами темой сегодняшнего разговора. Мы обсуждали тему, есть ли вообще перспективы у порта Котки, точка для российских грузов, точка для российского транзита. Ведь что сейчас происходит? Происходит то, что все, что связано с морем, приходит, в общем-то, на самом деле на Питер. В общем-то, все клиенты переориентируют грузы на Питер. И с этим деваться, в общем-то, с этим бороться, в общем-то, Котке очень сложно. Потому что условия, цены на Питер, в общем-то, не намного хуже, а на самом деле даже лучше, чем на Котку. И второй удар по Котке пришел со стороны Дальнего Востока, потому что это дешевле, это быстрее, это проще. Конечно, пока есть некие проблемы роста, связанные с нехваткой платформ, с нехваткой еще чего-то. Но я думаю, что полгода, год, и там все заработает как часы. Соответственно, по железной дороге Котка тоже проигрывает. На самом деле ситуация достаточно патовая, как в принципе и для всей Прибалтики. Русские грузы, скорее всего, будут бежать оттуда, если внезапно не обрушится на нас какое-то послабление в виде типа Республики Беларусь с растаможкой минус 90%. Ну или какой-нибудь еще хитрый шаг, хитрый план сработает. Но на самом деле надежды на это практически никакой нет. Значит, по борьбе с Питером у Котки практически козырей нет. Единственный вариант – это увеличение бесплатного хранения в порту с 7 дней хотя бы до 14. Ну и, конечно же, понижение цен на стивидорные работы, которые, конечно, в Котке достаточно дорогие. На самом деле, что бы мы вот придумали бы, если бы сели все вместе и начали думать, как нам все-таки привлечь российские грузы в Котку. Я думаю, что единственный вариант развития сюжета, это мы должны опираться прежде всего на американские грузы, грузы из Америки, а также грузы из европейских портов. На самом деле их очень много. То есть, если мы к этим грузам, которые прибывают морем, добавим железную дорогу, ну, на самом деле, отзеркалим то, что происходит на Дальнем Востоке, только с доставкой по железке не в Москву, а в Нижний Новгород плюс Екатеринбург. Вот, в принципе, две точки, куда, если мы продлим по европейским, американским грузам дорогу через Котку, то это возможно как-то начнет играть. Итак, в принципе, схема работы та же, что и через Дальний Восток. Ну, вот то, что предлагает, например, Майерск через Дальний Восток. В принципе, то же самое. Если Майерск предложит со своим подразделением Seago, это европейские грузы морем до Котки. Далее ставим на платформу и везем до Нижнего, до Екатеринбурга. Вот, в принципе, этот радиус. Обратка. Ну, в принципе, то же самое, что Майерс делает через Дальний Восток. Во-первых, это экспорт на Европу и на Америку. В принципе, экспорт на Китай, почему нет? Ну и, конечно же, порожняк возвращается тоже в Котку, где его с удовольствием ждут финские экспортеры. Если мы сюда добавим понижение ставок на портовые, на стивидорные работы в Котке, если мы увеличим количество бесплатных дней на хранение в порту, если мы увеличим количество бесплатных дней на detention, если эта схема будет прорабатываться совместно с железнодорожными ребятами и ребятами с какой-то морской линии, то в принципе есть шанс вот выскочить из той пропасти, куда Котка потихоньку сползает, и получить новое развитие, вот это вот
новую перспективу в направлении моря плюс ЖД. Потому что, еще раз подчеркиваю, море плюс авто – это схема Покотки умрет скоро. Просто в связи с тем, что море плюс авто – Питер значительно удобнее и значительно дешевле. Ну вот, в принципе, в двух словах, о чем мы сегодня говорили с моим приятелем, это пока только разговоры, не основанные ни на каких цифрах конкретных. Это просто ответ, предварительный ответ, предварительная идея, как нам реорганизовать Рабкрин. Что нам делать с падающей в пропасть Коткой. Вот такие вот дела. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока.